Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас видео по вашим тоже многочисленным заявкам. Будем с вами сегодня делать уход за лицом чисто от Avon и тестировать. Девочки просили меня Planet Spa умывашку, очищающее средство для лица. Это гелеобразная консистенция, поэтому сейчас я одеваю свою повязочку и будем снимать макияж. Макияж я тоже снимаю в основном сейчас мицелляркой от Avon. Она слегка пощипывает глаза, если попадает. Но в целом она мне нравится. Такой баллон, там что-то за 100 с чем-то рублей был, копейки. Я уже не знаю, когда она закончится, потому что хочется тестить что-то новенькое, она все не кончается. Это нутроэффект, очищение для всех типов кожи. Так, сейчас снимем с вами макияж. И дальше обычно я применяю пенку от Avon. Она мне очень нравится, ее просто обожаю. Вот такую в старом формате или в новом. Я, кстати, в новом еще не пробовала. А посмотрела, составы у них отличаются. Попробую обязательно в Инстаграм, девчонки, напишу пост. Такая же она, хуже или лучше. Потому что первую я прям просто обожаю. Она находка для комбинированной кожи. Девчонки, я, конечно, мицеллярку зря взяла, потому что у меня на глазах тени от Avon новые в стике. Но заодно вы посмотрите. Нет, слушайте, сейчас ничего. Я проходила с ними сутки, и, в принципе, они смываются мицелляркой. Когда я делала это позавчера, у меня просто был жутчайший эффект панды. На эти тени еще наслоилась тушь, и я с вот такими черными глазами вообще умывалась гидрофильным маслом. Оно вот хорошо все смыло. Просто замечательно. Но все равно, мне кажется, остаются они на глазах, поэтому я, девчонки, сейчас еще пройдусь гидрофильным маслом. Оно у меня не от Avon, к сожалению, я не пробовала. Но я вообще их не очень люблю, эти гидрофильные масла. Хотя нет, наверное, все смылось. Да, в принципе, девчонки, все смылось. Еще разочек пройдусь чистым ватным диском и будем тестить с вами умывалочку. Я буду делать это вот такой вот щеточкой, которую недавно прикупила в фикс-прайсе. Если, девчонки, не смотрели видео про фикс-прайс, еще я вам ссылочку оставлю. Так что сейчас можно на сайте сделать интернет-заказ. Единственное, что у них нет самовывоза. Придется приехать, забрать пакет и оплатить его там в магазине. Это очень удобно, на самом деле. Ничего там не ходить, не трогать, практически ни с кем не контактировать. И вот я себе решила такую новиночку заказать, потому что, ну, скучаю я по фикс-прайсу. Мне очень хочется походить там, посмотреть. Не знаю, я обожаю этот магазин. Так, теперь слегка мочу щетку. Щетка, девчонки, я ей уже умывалась. Это просто кайф. Это такой кайф. Она такая мягкая. Я пробовала ей даже такие агрессивные скрабы и средства. И она очищает лицо до скрипа, но в то же время вообще не чувствуется даже, что это скраб благодаря этой щетке. Поэтому у кого кожа чувствительная и деликатная, вот это ваш продукт 100%. Я уже говорила, что я люблю агрессивный уход, но я все равно в восторге. Моя кожа. Вот я сюда прям капнула планету Спа Сияния Востока. И начинаем с вами массировать. Это прям какое-то блаженство, девчонки. Ой, запах какой классный. Знаете, такой зеленого чая у этого средства. А, он с экстрактом белого чая. Ничего себе, я почти угадала, не читамши. И вот так как следует проходимся. Оно не сильно пенится. В принципе, я вижу, что на щетке пена есть, но пенится оно не сильно. Такая легкая пенка есть. А нет, вот с этой стороны сильно. Просто мало было, наверное. По массажным линиям. Ой, это кайф вообще, девчонки. Вот этой щеткой просто кайф. Не передать словами, это надо один раз попробовать. Девочки в под прошлым видео, где я тоже снимала какой-то уход, написали мне, зачем вы так трете глаза, мицелляркой и вообще наносите средства под глаза, растягиваете кожу и так далее. Девочки, моя кожа любит так. Ей так нравится. Она себя прекрасно чувствует, когда я с ней так обращаюсь. Я уже говорила, что считаю, что кожа под глазами, над глазами тоже нуждается в уходе. Если она у вас там сильно тонкая или чувствительная, он должен быть деликатным, но он должен быть. Если вы не очищаете свои веки или делаете это плохо, из-за этого у вас, девчонки, морщинки и появляются. Морщинка – это скопившиеся, ороговевшие частички вашей кожи, которые вы вовремя не очистили. Она огрубела, они огрубели, и образовали залом. Вот что такое морщинка. То есть, если вы плохо очищаете свое лицо, то у вас будут морщины. Готовьтесь к этому.
Поэтому меня, пожалуйста, в том, как я обращаюсь со своими веками, не упрекайте. Насколько вы знаете, у меня в 35 лет морщин нет. Поэтому я свою технику считаю правильной, и она подходит моей коже. Все мы, конечно, разные. Кожа у нас у всех разная. Ой, в глаз попала, девчонки, щипит. Щипит, зараза. Ну, в общем, я считаю, достаточно. Сейчас буду смываться и расскажу вам про ощущения после этой умывалочки. Ну, вообще, прям как-то так, знаете, освежающий. Освежающий эффект такой на лице. Не скажу, что прям холодок, но вот освежающий. Ну вот, девчонки, я смыла средство. Кожа матированная, вы знаете, такая гладенькая, очищенная до скрипа абсолютно точно. Умывалка комфортная, мне понравилась очень. Я бы вот даже, наверное, пока по первым ощущениям поставила ее в один ряд с вот этой пенкой, со своей любимой. Классная, давайте я вам еще ее покажу. Для жирной, комбинированной и нормальной кожи однозначно подойдет. Не могу сказать, девчонки, за сухую, может пересушить. Потому что кожа матированная. Вот, так что вообще классно, мне понравилось. Она прям до скрипа чистая. Поры вычищены, все отлично. Девчонки, мне понравилось. Умывалка достойная. Кто у меня спрашивал именно про эту умывалку, берите, не задумывайтесь. Так, дальше у нас будет с вами тоник. Тоник из линейки Nutra Effect. Тоже для жирной комбинированной кожи, матирующий. Я обычно наношу его ватным диском. Потому что здесь в составе есть матирующая пудра. И как-то вот похлопывающими движениями я немножко другие средства наношу. Именно тонеры, которые вот увлажняющие там такие. А этот ватным диском. Но я его не взяла, и я уже за ним идти не хочу. Поэтому нанесем как тонер с вами. Взболтали предварительно его. Здесь есть спирт однозначно. Но вот на лето я буду летом пользоваться по большей части. И на весну, в принципе, тоже классно. Он классно матирует, освежает. Немножко прихлопнули, тонер наш впитался, высох, кожу протонизировали. Почему это обязательно так, девчонки? Когда вы делаете какую-либо умывашку, скраб-маску, скатку, тоник или тонер обязателен протонизировать кожу, потому что вы, когда очищаете ее, смываете и полезные бактерии, и можно потом поранить ее какими-либо другими средствами, обязательно кожу надо тонизировать. Дальше я буду делать масочку. Одну из моих любимых. Так, сейчас добью первую и начнем с вами вторую. Это Avon Care, маска для лица, увлажняющая с маслом авокадо. Она классная, девчонки, она супер. Мне не очень нравится ее аромат, потому что он шиммерный. Мужского тройного одеколона запах напоминает. Но она сама по себе круто работает. Она делает кожу упругой, свежей. Мне очень нравится, так она выглядит. Желтовато-зеленоватая такая, ну, оливковая, да, текстура, гелевая, плотная. Немножко вот она похожа, вы знаете... И по консистенции, и по эффекту на маску из линейки Планета Спа. Такая она розово-сиреневая, что ли. Сокровище Бразилии, что ли. По-моему, так как-то, девчонки. Вот она тоже такой густой гелевой консистенции. И после нее кожа прям упругая. Вот эта маска круто работает. Мне нравится она. Она очень бюджетная, но она работающая. Реально. Девчонки, кто не пробовал, по-моему, за 90 рублей она бывает на распродаже. Так, одну добила. Сейчас вторую открою. И нанесем, куда не наносили. В масочке буду ходить минут 15. Я про нее тоже, по-моему, уже пост писала в Инстаграм. Оды ей хвалебные пела. Я наношу на глаза и под глаза, девчонки. Мне так хорошо. Ну вот и все. Встретимся с вами через 15 минут. Ну вот, красотки, прошло 15 минут, маска осталась на коже такой липкой субстанцией, по большей части она впиталась в лицо, и осталась сверху вот такой вот блеск и липкость. Сейчас я буду смывать ее вот таким вот спонжиком из фикса, которых мне так не хватало, и слава богу, я сделала интернет-заказ, смоем, и будем наносить с вами еще раз тоник и крем. Мне безумно нравится этими спонжами смывать маску, особенно глиняные, я не знаю, как я вообще без них раньше жила, девчонки. И уже даже в процессе смывания чувствуется, что кожа прям такая упругая. Вот одна из самых удачных масочек прямо из фикса. И следы усталости убирает, и увлажняет хорошо. Она вообще заявлена, по-моему, как маска для сухой, очень сухой кожи лица. Девочки с жирной комбинированной кожей, не бойтесь ее брать абсолютно. Она не утяжеляет, от нее нет какого-то сверхпитания. И она к тому же не кремовая. А гелевая, поэтому все отлично. Смыла масочку, девчонки, кожа такая вот прям, видите, упругая. Вот за что люблю эту маску, прям вообще. Теперь еще раз тоник, тот же матирующий, я уже на этот раз взяла ватный диск.
пройдемся по лицу. Крема, девчонки, у меня нет от Avon. Точнее, он есть один из линейки Planet Spa, но он у меня на работе. А вообще, пока все, что я пробовала, мне, ну, по крайней мере, мне не подходит. Утяжеляет кожу и забивает пору. Особенно вот ночная маска и так далее. Но я сейчас заказала из линейки Нью совершенство вот этот розовенький кремушек, потому что мне безумно понравился тональный биби-крем из этой серии. Он для меня сейчас лучший. Поэтому я решила попробовать биби-крем. Я не знаю, какое видео выйдет раньше, либо со вторым заказом Avon, либо это. Но, в общем, у меня в заказике этот крем есть, и мне очень хочется его протестировать. Надеюсь, он мне понравится. Он еще SPF. А крем я буду использовать от Faberlic, кислородный баланс. Потому что он матирующий тоже, он мне на день нравится. Я надеюсь, что и кремушек от Нью розовое совершенство мне тоже понравится. Он тоже матирует, и с SPF на весну сейчас вообще самое то. Потому что с возрастом кожа, конечно, к пигментным пятнам становится склонна. У меня есть вот тут одно, но его практически не видно, маленькое, потому что зимой кислотный уход и пилинг сейчас, карбокситерапия от Faberlic, они, конечно, дают свои результаты, и пигментное пятнышко стало гораздо светлее, и вы вот его, в принципе, да, вот оно, почти не видите на камеру. Ну вот и все, мои хорошие, закончен уход за лицом, кожа протонизирована, очищена и напитана кремом, который ей подходит, да, это у нас, у меня, точнее, такой вот утренний в основном уход. Вечером я выбираю текстуры попитательнее в плане крема и в плане тоников, либо корейский уход, тонеры классные, питательные, и крема питательные, и масочки питательные вечером у меня, а утром вот так. Я надеюсь, что была вам полезна. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ждет много интересного, а я с вами прощаюсь до следующих видео. Берегите и любите себя.